В Москве устраняют последствия сильного урагана. Стихия обрушилась на российскую столицу накануне в разгар празднования Дня Победы. Сообщается, как минимум о 8 пострадавших. 5 из них в больнице. Все получили ранения в результате падения деревьев. Ветер вырывал их с корнем. В некоторых районах они переградили проезжую часть и повредили припаркованные автомобили. Ущерб еще предстоит подсчитать. За полчаса в российской столице выпала недельная норма осадков. Затоплено несколько улиц. Синоптики сообщают, что угроза ливней сохраняется и сегодня.